Давайте побыстрее, доктор. Я стараюсь, сэр, но многие беженцы требуют лечения. Мы хоть примерно знаем, сколько их у нас на борту? Полагаю, от 350 до 400. Точную цифру скоро получите. Это все? Да, сэр. Что с моей просьбой дать мне больше помощников? Извините, доктор. Придется вам обходиться тем, что есть. Когда мы достигнем Титана, они смогут нам помочь. Ясно. Сэр, знаю, но многие недовольны, что мы принимаем всех этих беженцев. Но как бы то ни было, я думаю, что вы поступили правильно. Спасибо, лейтенант. Пересменка в 10. Это еще 2 часа. И я удивляюсь, как ты вообще заснул. Черт, как же жарко здесь. Как будто на этом корабле воздуха нет. Кстати, тут ирландец был. Тебя будить не стал. И это правильно. Если есть возможность, надо спать. Ларри. Бываю. Бегом. Бам! Сбил его на стремянке. Оу, солнышко. Ясно. Бинокль с собой. 100 лет назад у нас не было бы проблем. А сегодня ослепли как краты. Гребаные китайцы. Узкоглазые. Просьба всем, кто говорит или понимает по-китайски, доложить об этом своему начальству. Ну что же, Эми преподнес нам кучу сюрпризов. Сержант, дело еще не в проворот. Я тут побегаю, вы не против? Идите с парнями к генераторам БЛ-4. Так. Гидравлика в простое. У нас пусто. Вы должны осмотреть основные... Значит, сюда. Опа. Так, а тут что? Множество ходов. Я что, назад вернулся? Да ладно, да, я назад вернулся, походу. Это как так я получился петлю сделать? Так, мы же здесь тогда? Нет. Так, там я был. Кто там развлекается, где я еще не был? Вот здесь, наверное. Нет, я здесь вроде был. Да опять я сюда пришел. Может, я куда-то не туда. Блин, я заблудился, честно, ребят. Найти, найти. Ну что, надо искать его. Куда тут надо? Может, сюда куда? Нет. Так, ну тут... А, тут все, тут закрыто. Так, ну я заблудился, реально. Так, смотрите. Туда нам нельзя. Может, тут? Тут тоже ничего. Итак, идем сначала направо. Тут нельзя идти направо. Налево. Сюда тоже нельзя. Идем сюда. Каждую дверку давайте. Нет. Может, к тебе надо подойти? Сюда тоже нельзя, так? Хорошо, допустим. Сюда тоже. Подожди, а вот тут я уже не был. Как же... Так, я на записи посмотрю. На поводке. Вы, клоуны, притащили на борт целую прорву народа и превратили нас в убежище для тех, от кого мы должны держаться подальше. Они же враги. Все какой-то в свет, в блик. Медотсек вон там. Привет. Ее муж заговорил, но, возможно, травма головы у него серьезнее, чем мы думали. Эй, вам туда нельзя, мэм. Вы с ума сошли? Там мой муж. Мне очень жаль. Пустите меня. Подопытный крыс там. Кто здесь главный? Не могли бы вы отойти, мэм? Она с нами, пропустите ее, салаги.
Надо сделать томографию. У него может быть кровоизлияние в мозг. Это невозможно. Большая часть нашего оборудования отключилась из-за импульса. Мы планируем встретиться с Титаном, после чего можно воспользоваться их техникой. Я буду пристально наблюдать за вашим мужем. Я останусь с ним. У меня есть медподготовка. Хорошо. Я буду рада любой помощи. Да, нехорошо, что он без сознания. Тебя ирландец искал. Кажется, он на нижней палубе для техники. Вы с ним еще не помирились? А что, мы с ним ссорились? Иди открывай дверь. Чё, как вы? Это все, блин, глупость какая. Не очень похоже. Если адмирал Чан разжигает войну, то он может и по нам ударить. Мы погибнем и глазом не моргнем. Надеюсь, что все не так плохо, как кажется. Так чувствую, что это вообще не он говорит. Когда доберемся до Титана, будем знать наверняка. Блики от лампы, как будто мы камеры это снимали. Ирландец хороший парень, но лично ввязывает нас в эти передряги. Не знаю, может, я должен высказаться, но трудно. Член подразделения не должен действовать вопреки решениям командиров. Это плохо влияет на сплоченность. Но с другой стороны, и о совести нельзя забывать, да? О чем это я вообще? Не знаю. Если уж на то пошло, решать должен был ты, а не ирландец. Ты вообще с кем разговариваешь? Какой-то большой корабль ирландец! Такой. Вот, здорово. Негритос. Эй, как дела? Вот, возьми. Это что, яблоко или мяч? Огромное яблоко. У нас 396 выживших. В основном женщины и дети. Мы сделали доброе дело. Ага. Эй, ну чего вы? Давайте без этой чуши, что они враги. Нет, конечно нет. Но это не тебе было решать. Дан передал командование Рекеру. Да ладно тебе, Пак, что важнее? Поступить правильно или соблюсти правила? Знаешь, что обсудим это наверху. Будут проблемы, я отвечу перед Гаррисоном. Да не будешь ты отвечать, а вот командир будет. В идеале на этом корабле может разместиться, пусть и с трудом, до 400 беженцев. Так у нас уже 396. Если Гаррисон злится, пусть себе злится. А мы сделали все правильно. Тебе надо придумать объяснение получше. Поместиться-то может больше, а вот жить и проживать здесь, конечно, меньше. Ну, в нормальных условиях, я имею в виду, чтобы там койки были свободны и прочее, прочее, прочее. Говорит генерал, этим на палубу! Эй, салат! Эй, пропустите, морячки! Пропустите! Матерь Божья, смотрите! Чё там? Будьте проклят! Да, солнце красивое. Палки. Не нравится мне это, Пак. Годзилла, всё снеслась здесь. Столько трупов! Могильщик! Где? Не вижу! Где, блядь, могильщик? Сержант Рекер, берите своих людей и за мной! Я за вами, сэр! Ну же, Рекер! Давайте. Радуга. Я вижу, горящие обломки летят. Так долго вы поднимаетесь вообще? Ну, чё тебе? Часы на Титане тикают. Мне нужно видеть, что происходит на борту, прежде чем он уйдет на дно. Здесь действует множество факторов. Да блин, нам туда что перелезать? Мы не знаем, кто на них напал, вернутся ли они. Никакие сюрпризы нам не нужны. Могильщик вас не подведет. Сержант Рекер, командование берет на себя агент Ковик. Подчиняйтесь его приказам, как моим. Разрешите обработаться. Но капитан сержант Это не Рекер... обсуждается, ирландец. Подчиняйтесь своему командиру. Если кто выжил, то место для них я найду. Валькирия займет оборонительную позицию в километре к востоку от Титана. Агент Ковик, забирайте Ковик. Свой отряд. На Титане мы будем искать информацию и выживших. Берите оружие и дыхательные аппараты. Хорошо. Ну, дыхательный аппарат свидетельствует о том, что нам будет трудно. Будет время ограничено. Так, ФАМАС. Урон слабенький. Стабильность у него тоже не очень.
Ну что возьмем? Вот это что? Это снайперская винтовка. О, смотрите, у него урон даже больше. Болтовочная система. Скользящий затвор, да. Но там ближний бой, поэтому возьмем. О, СИК, вот это знакомая тема СГ. Ну-ка, посмотрим. О, ну можно его, я вообще хотел ЮМП. Ну и УТАС на место. Да блин, УТАС, ну ладно. Вот этот СГ, у кого урон больше? А, у ЮМП вообще урон больше. Ну ладно, пущай. Пущай так. Я приготовил надувной катер. Идите. А, у этого патрон мало, мальчик, смотрите-ка. Да ладно, это УТАС. Ирландец, ладно. Торопитесь, Мортей. Это УТС. Время работает не на нас. Сержант Рейкер, за штурвал. Так, где тут штурвал-то? Мы не знаем, что именно случилось, Мортей. Но это наш шанс пролить свет на ситуацию. Смотрите, не облажайтесь. Понимаю, агент. Множество людей на Валькирии зависит от нас. Тут дело далеко не только в Валькирии. А чё там так далеко уплыл-то? А меня чуть сюда не определили. А сколько у нас хоть примерно времени, прежде чем он пойдет ко дну? Достаточно. Так, а почему Shift не работает? Что именно ускориться мы будем искать, надо. Агент? Титан, Еровина здоровая. Расслабьтесь, наслаждайся поездкой, Мартин. Инструктаж будет, когда доберемся туда. Мы отправляемся в неведомое. Чем наслаждаться? Ирландец, хватит! Вы делаете свою работу, а я буду, блядь, командовать, ясно? Да! Агент Шорт. Повтори, Морпех. Наслаждаюсь поездкой, как ты сказал. Так, вертолет летает. Я никого не вижу! Чем блядь, хотел сказать? А где экипаж? Сгорел. Господи, где? Она тонет! Глазам не верь! Эй, не верь, но кто ты это сделал? Ховик, сэр! Куда нам идти? Как мы попадем внутрь? Поплыли! Вокруг него! Ищите пробоину в корпусе или что-то в этом роде! Ладно. А если не найдем, что, назад вернемся? Да вон там, наверное, пробоина вдалеке. На волнах скачем. Сюда! Давайте в дыру! Я видел такие повреждения раньше. Китайская противокорабельная ракета. Плыви внутрь, ракета. Давай. Это самоубийство плыть. Вы издеваетесь? Эй, слушай. Титан был вне зоны действия шанхайского импульса. На нем сохранились неизвестные нам записи данных, охватывающие несколько часов. Вот почему мы здесь. Нам лучше поторопиться. Давай, продвиг... Да дайте залезть мне, блин. Сейчас, секунду. Так. Все. Идем к нашим ребяткам. Чихонько, давай. Вот черт! Говик, у вас есть стратегия на тот случай, если эта штука перевернется? Когда-нибудь он с рифа соскользнет. И когда это случится, нам лучше быть в другом месте, с регистратором данных. Что-то не звучит как план отхода, не? Как будьте я забыл? Осторожны. Смыть. Мы на палубе С и направляемся к центральному посту живучести. Ищем люк G46. Он приведет нас внутрь. Хорошо. Где это? Туда. Вперед! А как этот сменить огонь-то? Ну-ка давай. Опции. Управление. Чувствительность. Так, это не то. Игровой процесс. Так, это не то. Вот это, наверное. Чат, так, включить чат, приключить мини-карты, VoIP, свернуть список команд, выбрать, так, Ctrl. А, вот, подожди.
пешком идти, просмотреть вниз, справа удерживать прицел, ползти, масштаб, поставить на сошки, ПКМ, перезарядка, перейти к предмету, основное оружие, ближний бой, бросить гранату, изменить режим огня В, включить тактический фонарь, подствольное оружие, крест влево. Так, ну это, по сути, надо привыкать ко всему. Ну тут фиг его знает. А, во, Т-буква, так и знал. А что можно выудить из регистратора данных? Там много всякой херни. Что там нам по заданию? Найти люк G46. Курс корабля, журналы ретрансляторов и радаров, входящие сообщения, исходящие, и любые инструкции, отправленные центральным командованием. А фонарик как? Привязка кнопок. Техники в самолете еще, наверное, будем, хотя вряд ли, не знаю. Рывок, удержание, удержание прицела, ползти, огонь, масштаб. Так, вот буквы, вот тактически. Буква Т. Не. Да. После того, как Валькирия потеряла связь. Куда теперь, Ковик? Как я и сказал, люк G46 должен быть. Должен быть где-то здесь, найдите его. Вот люк! Рекер нашел! Конечно, я нашел. Дай-ка я помогу тебе! Открывайте! Я думал, он валяется. Мы спускаемся туда? Плавать ведь умеешь, а? Морпех! Мы доплывем до средней палубы и вынырнем уже выше уровня моря. Приготовиться! Ты слышал, что этот мудак сказал? Прыгай! Поникс. А где этот воздух, баллон? С чем мы дышим-то? До поста живучести. Так. Получается, сейчас по-любому люди тут будут. А правда, где, кстати, весь экипаж? Неужели потонули? Чем управлять можно только мышкой. То есть клавиши тут ни при чем, только вперед. Да, я же говорю, вот валяются тут. Тонули, а это что? Нельзя эту штуку подобрать, этот фонарик. Давай, давай ты, блин, что ты делаешь? Смотрите, у нас пока что бесконечное количество кислорода. Так, нам по этим зеленым штукам надо плыть. Давай-давай, поворачивайся быстрее. Я что-то пропустил, нет? Там что-то я видел горело. Что-то кружочек какой-то там был. Завалило, что ли, или что? А, вот я отсюда. Ну ладно, давай. Послушайте, выжившие? Вот. Может, механический звук. Нужно идти. Уровень воды быстро поднимается. Ну что, готовы? Готовы! Они близко. Звук идет оттуда к двери. Нет. Сэр, кажется, это сигнал ЗОС. Кому-то, видимо, нужна помощь. Я этого не знаю, сэр. Наша задача не только гребаная разведка, но и поиск. Ну и поиск чего? Машинное отделение. Да. Ничего себе. Куда идти? Если этаж затоплен. Черт. Кажется, вода поднимается. Найдите путь. Наша задача забрать данные, прежде чем корабль пойдет ко дну. Я уже нашел что-то. А, я нашел дверь. Они по другую сторону двери. Вот здесь, что ли? За этой дверью? Здесь! Эй, внизу! Вода прибывает! Вы должны нам помочь! Это единственный выход! Не волнуйтесь! Мы вас вытащим! Отойди, морпех! Сейчас он их пристрелит, да? Блядь, приварено! Вынеси ее!
Они, считай, мертвы. Пошли! Черта с два! Мы их не оставим! А что они могут решать? Мы справились бы минут за 9, а вода прибывает. Мы бы вытащили уже трупы! Оставляем их здесь! Это приказ! Ты слышал слова Гаррисона? Да пошел ты! Держитесь, ребята! Нет, Эрладис, нет! Отдай! Черт возьми, Эрладис, успокойся! Че, он не пробивается? Пойдем! Вперед! Вперед! Чуть сразу. Я ему устрою. Он у меня получит. Рекер, нужно идти. Эй, нас заперли здесь. Не оставляйте меня, я не хочу тут умереть. Кто вас запер? Нас заперли здесь, а потом оставили. Не знаю почему. Дали по кораблю ракеты, а потом поднялись на борт? Это бред какой-то. Рекер, пойдем. Эй, я не хочу здесь умереть. Нет, прошу вас. Передайте моей маме. Передайте ей. Я не могу вот так умереть. Да. Ну, давайте заканчивать. Можно было попробовать. Через пару минут он пойдет ко дну. Расстрелять эту решетку, наверное, нельзя было, да? Давай. Я нашел. Ты нашел его, Рекер? Диск. Прям какой-то жесткий. Теперь валим нахер с этой рухляди. Как раз, блять, вовремя. Назад на Валькирию. Я слышу голоса. Ваня Вальсинайл, завершите. Давайте в путь. Я что-то рановато начал, да? Тихо. Давай. Погнали, бам, бам. Башку не снёс. Да гад ты какой, а? Нет, посмотри. Ох ты гад. Я даже никого не вижу толком из этих лучей. Из-за этого света. Давай. Вот так лучше видно. Все равно нифига не понятно. Просто наобум надо долбить и все. Давайте поближе к ним подойдем. А, вот. С дороги, суки. Патрон да. Нет. Драпайте, говнюки! Укрытие! Вот это нормально. Блять, понял, понял! Давай, Грена. Кстати, гранат, наверное, вот так можно зажать, нет? Да, вот так, раз. Вперед, вперед! Валим отсюда! Бегом! Давай, валим, валим, бегом, куда? Сюда, да, давай. Сейчас я поведу, наверное. На лодке она сдолбит. Придержайся. Как Титаник прям, давай. Он разваливает на части. Вот. Ни хрена, не дождешься. Он возвращается, ирландец. Что нам, блядь, делать? Держись, брат! Вот это да, тема нормальная. Давай, вперед! Надо прыгать! Давай! Бегом, бегом, бегом. У нас контакт! У нас контакт! Да у меня патрон нету, какой контакт? Осторожно! Не, ну, сохраняем спокойствие! Опа! Нормально, нормально. Вижу их, вижу! Внимание! Я вижу, где патроны. Вот это тема. А, подожди. Стой. Сейчас мы как раз таки испытаем новое оружие. Там граната, я видел, мне прилетела. Да не, вот. Ну, давай вот так. Да вижу я гранату. Ну, давай. Теф, увеличивать прицел. Ого, сколько их там. Да тихо. Бам. Да чё это такое вообще? Кто это долбит? Чё это такое? Вообще как понимаешь? Да кто долбит? Давай тут. Да я ничего не понимаю, я попадаю или нет? Ну-ка давай еще раз. А, так она еще не первого убивает. Да блин. Кто так попадает по мне?
А, вот там кто-то долбит, да? Или я не понимаю, откуда? Легко! Да ну его нафиг! Давай, погнали. Чуть там. Двигаем! Еще раз. Что дальше, командир? Капец какой-то. Ладно, идем дальше, допустим. Допустим так. Китайози, давай. Есть, прикрываю! Стоп, а вот тут кто-то внизу, что ли, не пойму. Потихоньку двигаемся. Ты че, парень? Мужик офигел? Я тебя чуть не пристрелил. Так. У нас тут все горит, волны какие-то. А это желтое что такое? Ого! Офигеть, рванул. Так ты как выжил после такого взрыва? Метка лучше! Не высовываться! Не высовываюсь, я стараюсь. Что, волна что ли накрыла? Ого, сколько их тут? Атакую! Мы же башку им засаживаем. Нормально. Блин, вот что такое. Где еще? О, бочки. Давай, взрывайтесь. Вон еще там бочки есть. Где-то тут еще. О, ракеты. Вот гады, вот гады. Давай, вот этим попробуем. Гранатами, может, закидаем их. Тех там вроде некого же закинуть. Там, внизу, штурмовой катер. Эстрада и катера угоняет. Это наш единственный шанс. Прыжок. Рыбкой. Ничего не. Давай, я же вроде вверх плыву. Или это не я плыву? Давай, давай, давай. Капец. Валькирия в полном дерьме. Там кто-то еще замечать мне еще. Что? Растормоши эту пробку. Верни нас домой. Приближается подводный катер. А куда нам? Хороший туда? Выстрел. Ну же, мы еще не закончили. Валькирика ты что ли? Так, выбрать основные, выбрать вспомогательные. Ну, давай, сейчас попробуем. Давай, Рекер. Верни нас домой, пока не поздно. Ну, вспомогательная. А чё она не долбит-то? А, вот она чё. Непонятно как. А я еду же вроде, да? Нормально всё. Так, какой еще раз? Давай. А вот эти. Чё там, сзади что ли кто-то меня долбит? А, это наши. Ну, нормально. Так, ну, я так понимаю, просто вперед надо нажимать стрелочку. И мы мышкой можно вертеть куда хочешь. Или по мне сажают. И давайте. Будем вот так вот долбить. Ну, давай. Отлично. Второй давай, два. Вот, блин. Это я просадил? Мне кажется, нет. Заходит для обстрела. Кто? Самолет? А вот эти кожи, нет? Боже! Боже! Чёрт! Да ладно, нормально. Вроде в воде цело, давай. Что-то не пойму, как стрелять долго. А, может... Может вот так? Они все равно не работают. Ладно, давай. Езжаем. О, это тема наша. Это что вообще? Он улетел куда-то там в воздух. Ну, наверное, нельзя почему-то. Наверное, далеко слишком. А такое чувство, что она по кругу ездит. Кто там меня долбит? О. Сейчас мы чувствительность побольше сделаем, чтобы удобнее было. Так, куда-то мы не туда свернули. Не пойму, как это...
я и управлять этой ракетой? Ну-ка еще раз. Что это? Ну огонь, что я нажимаю? Хрен знает вообще. Я хоть чуть-чуть к ним ближе сделаюсь, к этому кораблю, нет? Ну вот, смотрите, огонь. И что, я жму. Идет могильщик. Давай, давай, быстрее. Так, ну ладно. Давайте вот этим будем их долбить. Кого, правда, не вижу. Ждем, ждем, ждем. Опа! Вот эта тема опасная. Близко я имею в виду подошли. Ну-ка. Давай, бахай огнем. Огонь, давай, жми, я жму. Да ракеты долбанит их, что не так-то? Я не пойму все-таки. Давайте по старинке пулеметом. Вроде попадаем что-то. Пушку даль новую какую-то. Она такое чувство, что реально по кругу долбит. Крейсер. Валькирия. Вот, блин. Вот такие, они же разнесут его на части. Кого? Погоди, черт побери, это еще не конец. Ого. Бахнули. Давай вводил этого. Это что произошло? Это из-за взрывной волны? А, вот эти, наверное, присобачили. Давай. Может, надо сжать и не отпускать? Ну, огонь, я жму, и что? Ракеты, что ли, кончились? Может, это перезарядка? А, вон, наверное, перезарядка была. Да, скорее всего, это перезарядка. Понятно. Это все из-за перезарядки у нас. Нам не удавалось стрелять. Подняться на борт. Блядь, вражеская вертушка. Где? Этого мудака на прицеле. Где я не вижу? А, вот это? Ну давай. Нет, нельзя ракетницы. Ну что, о, вот. Нормально, чуть-чуть подолбили этим. Колонистная палуба открыта. Пулеметом. О чем думает Гаррисон? Это не Гаррисон. Нам нужно внутрь, сейчас же. Ну, конечно, я-то что делаю? Я еду туда. На волнах. Ну, фотографию неба просто сюда поставили и все, не заморачивались. Держись! Эти мудаки закрыли ворота. Всем внимание! Боже, они захватывают наш дом! Была последняя ошибка. Просто долбил это. Вперед! Нужно добраться до Гаррисона, пока не слишком поздно. Опа, а меня тут пострелили уже. Давай, выдалбливай просто пулеметом. А, вот в чем дело, подожди. Стой, 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 стой! Куда ты? Тихо, тихо, у меня этот как он. Чувствительность я не настроил. Да, вот так вот. Раз. Бам, давай еще одну. Нормально? И еще давай. Че так долго взрывается? А че у нас там из вспомогательного ничего нету? И вот этому давай. Так, кому еще? Вроде никому. Погнали дальше. Бочки готов, можно было взрывать. А, это не наш. Могильщик! Это они наш. Повсюду на корабле! Пытаются нас убить! Где Гаррисон? Капитанский мостик замолчал минут 10 назад. А люди, которые были с Гаррисоном? Каким? Супруги китайцы? Да тут повсюду китайцы! Так. Это нам пока не надо. Давайте возьмем М4. Какие-то новые оружия нам тут давали. О, УСАС, это знакомая вообще тема, это дробовик. Давайте его, он вообще зажимной, по сути. МХ-4. Нужно добраться до мостика, быстро! Подожди, подожди. До какого мостика? Капитанскому мостику! А, ты мне сказал. Там что-то эти. Осторожно, ребята, тут не поймешь, кто друг, кто враг. Вот он.
Юсас. Юсас. Утас. Усас. Как хотите, в общем. Слушай. Ложись! Погнали наверх, ребят. Во! О, ни хрена! Вот это круто. Но наносит малый урон. А это что? Может быть использовано в помещении без риска для стреляющего. Вот это наша тема. Круто. А еще где гаджеты другие, которые у меня раньше были? Давайте попробуем. За вертолетом! Цель прямо по курсу! Нужно вальнуть его, пока он не растет в мосте. Понял! Рекер, бери стингер и спей вертушку! Пусть стингер. Ух ты, ём, ни хрена. Нажмём. Нам нужно найти Гаррисона. Так, а помечать как? Нормально? Очистите участок. Давайте попробуем. Давайте. Давайте вот этого. Нормально, нормально. Так, сколько у нас тут народа? Никого, ой, граната, не вижу никого. А, это же дробовик. Я забыл совсем. А у него же барабан вроде, нет? Бам-бам-бам, ой, граната. Самолет забегает, не прячется. Что, нельзя забежать? Можно. А выйти-то отсюда можно? Блин. Давай с этой стороны. Давай. Ух ты, ё, ни хрена. Перебор, реально согласен. Зато можем сделать. Давайте гранаты им туда кинем. И еще одну. Ну еще одну давайте. Все? Всех снесли? Нет, не всех. Еще вот этого давай. Да добей его. Бам-бам-бам. Ну и нормально опять прилетело. Давайте последнего, ребят. Присел тут. Еще дальше, давай. Забегаем к ним. Все, забежали, нормально. Давай. Да, мы можем пройти через медотсек. Подожди. Пополнили. И вот тут где-то еще. Вот. А, это наверху, наверное. Ну ладно. Так, я иду. Открывай, Рекер! Открываю. Командир. Какого хрена, Пак, давай! Да стекло проще вынести, дебилы, блин. Чёртова дверь! Или оно супер бронированное, блин. Она дело знает! Где он, черт побери? В другом месте. Приказ Гаррисона. Что? И ты его оставила? Ему наплевать на меня, что я должна была делать? Драться с ним? Я держала оборону. Позвоните на мостик, спросите Гаррисона, где он. Он вас послушает. Боже, давай-ка у меня пушка. Мостик отрезан. Уходим отсюда. Могильщик, вперед! Я за вами. Дал на сюрприз. А, нельзя здесь, наверное. Пушку эту большой. Гранатомет брать. Хранение у нас идет. Или можно? Почему нельзя? Я же, у меня еще есть. У меня же этот гранатомет еще один. Кто там долго? Что там происходит? Кто-то что-то долбит.
Так. Здесь у нас просто патрончики. Ага, вот оно что. Ой, ё-моё. Скриптовано, да. Укрытие! Давай. Граната опять прилетает. Тихо. Бам. Что, никак? Ладно. А кто долбит-то? Офигеть. Голову сразу засадил ему. Да кто? Открывай, вот ты меня достал. Ставим. Еще давай одну. Закидываем их просто. На максимум. Рывками, он сказал. Ну давай рывками. Да двинься ты, тупорылый. Так, идем. Куда идем? Идем дальше. Во, вот что-то валяется. Поднять. А? Нормально. Мне не справится, Рейкер. Помоги мне. Давай, помогу тебе. Подмагну. Вертолет, осторожно! Вот, блин. Давай я его шарахну. О, все, его уже сняли. Вражеский вертолет спит. Так-то. Валькирии шутки плохи. Воздушная атака! О, нет! Здравствуйте! Бейте их, пока они не высадили бойцов! Где вот эти? Этим ублюдкам добраться до капитанского мостика! Ловит! Ловит! Тебя же вроде шарахнул, ну-ка давай. Ну а почему он не стреляет? Все это, она стреляет? А, я, наверное, рано. Я, наверное, рано начинал стрелять. Фиг знает вообще. А кто эти фигни? Давай! Баба. Кто там еще? Настройка оптики! На связи! Еще кого-то снести с гранатомета? Давай! Блин! Готов открыть огонь! Цель принял! Высунься! Да высунься! Ты что ты? Что-то мимо. Граната не закидывает. Давайте я вам теперь закину. Еще давай. Бам! Кидаем. А да какими. Вот гады какие. Все кидают и кидают. Нужна перезарядка. А можем туда это засадить? Да где же моя база? Я не пойму. Вот она. Ну ладно. Атакую! Бегите! Не надо ждать, надо прямо сейчас. Рекер, можешь попасть? Отлично, сержант! Да, что давай. У нас где? Перезарядка. Ждите. А где вертушка-то? Он сказал сбить кого. Вот это что? Жду указаний. Я стреляю. Баба, еще давай одну. Еще давай. Баба, что, мимо что ли? Все, нету патрон. Да, ну бред. Так все, я уже сбил. Кого, блин? Дебилы. А, вот патрон там. Уж не патрон нифига нет. А ее здесь нельзя пополнить-то. Видите? Здесь нельзя пополнить для базы. Блядь. Как я тебя собью? А только вот так. А, это не надо уже. Вертолет у кормы. Я вижу, что там вертолет, но... Знаешь ли, у меня патрончиков нету на гранатомет. Вау! Рекер, вертолет на носу! Вон там что ли? А, стоп, патроны вон там можно взять. Сейчас, погодите. Куда хрен попадешь? Вот, все нормально. Никак нет, нужна перезарядка. Кто-то долбит меня еще. Ну там, все, теперь у меня есть патроны. Готов открыть огонь. Давай, перезарядился. Еще можно, нет?
что тут у нас? Вот, вот эта штука мне нужна, и вот это. Ну, они так и есть, в принципе. Так, все, давай. Погнали туда теперь. Умечаем цели. Атакую, жгите. Стоп, а он тот вертолет там сбитый уже лежит, да, по-моему? Да прям они вообще липнут, что ли, ко мне, эти гранаты? Где они? Вот тут еще была... Был гранатометчик. Давай. Твою налево. Перезарядка, ожидайте. Давай. Да что это такое-то, а? А теперь готов работать. Бред какой-то. Я вообще в него всадил там все. Он ему вообще пофиг, походу. Следующий. Говнопушка какая-то. Я вот голову долблю, а ему пофиг. Да ну, фигня какая-то. Цель принята. Это вообще не человек, я не понимаю. Может, он бронированный какой? Вот что это такое? Она соучиста! Это был чисто. Последний! Да нифига, давай пушку менять. Так, на что его менять? А, урон. Слабый, это на место вот этого. А на место этого будем... Вон, Скар, давайте. Возвращайся к Ковику! Возвращаемся. Как он? Фигово, походу. Легко. Целиться пока нельзя. Твою мать! Пушку дай мне строить. П-90. Вероятно, здесь вся информация. Возьми! Коды знает Гаррисон. Чан. Чан будет вас искать. Вы теперь в самой гуще событий. Смотри, чтобы он выжил. Морпехи, скажите Гаррисону, что он должен ей доверять. Спасибо. Рекер! Рекер! Теперь ты главный. Идите. Идите. Я главный, слыхали? Ну же, пошли! Я пойду первым, командир. Какой будет приказ? Отправляемся на мостик и ищем Гаррисона. Похоже, ты снова командуешь. Да. Че, погнали наверх. Теперь новый командир. Так, а что нам надо? Нам туда. В открытую дверь. Бомбануть уж гранатометом сюда. Да блин, ну че так сносит-то, я не понимаю. Я вообще не вижу, кто меня... А, вот, все, я увидел. Давайте попробуем, знаете, что? О, нормальный фэнскаром. Вот живучий-то, а? Чисто! Но пулемет у него. Чисто! Капитан Гаррисон, мост чист. Он в порядке? Состояние стабильное. Опа! Где агент Ковик? Чувачок. Он не выжил, сэр. Черт возьми. Я его сорвал с лестницы, чтобы стать главным. Благодаря могильщику Валькирия все еще на плаву. Однако ее здорово потрепало. Мы далеко от дома, ребята, и во вражеской акватории. Думаю, худшее еще впереди. Так что я рад, что у меня на борту морпехи. Сержант Рекер, жду вашего отчета через 15 минут. Могильщик в вашем распоряжении. Есть! Так надел вообще. Автомат сзади как заглючило.